Come and get your wig split. Приветствую вас, друзья и недруги. Я понимаю, что это просто реклама. Ну, просто, да, реклама. Реклама это. Но, пометуя о том, что Шура совсем недавнего времени был моим соседом, вот здесь вот жил он надо мной. И не забыть мне эти ночные похождения, топот на каблуках. Вспоминаю совсем другие строчки. Совсем не из репертуара Шуры. Ален Делон говорит по-французски. Ален Делон говорит по-французски. Ален Делон, Ален Делон не пьет одеколон. Двойной бурбон. Ален Делон говорит по-французски. А у вас имидж, он складывался стихийно или вот вы думаете, что сделать там? Стихийно. Да? Что было, одел, пошел. Я просто помню, когда вот вы появились, прикольно было, как Овечкин, вот у него вот без передних зубов, это такое, ну, там ни с кем не спутаешь. А сейчас я там читаю мои зубы, там, бельбеле, фарфора, там. Да, называется цвет унитаз. Да, я не стал насчет унитаза говорить, чтобы не троллить. Это действительно называется в шкале цветов, последний цвет, унитаз. Это ваш собственный выбор? Его обычно не ставят никому. Почему? Говорят, что потому что зрачок глаза будет желтей, чем зубы. Но вы же в очках все время, поэтому... А я все время в очках, так что мне не страшно. А в очках вы тоже часть имиджа или часть, как имиджа. Я близорукий? Часть имиджа. А, то есть у вас нормальное зрение? Ну, хорошее зрение, отлично. То есть у вас все нормально, все отлично? У меня все отлично, все хорошо, да. То есть все это покрывает это... для прикрытия. Имидж. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».